Тарифтік саясат ең алдымен реттелетін қызметтерді, тұтынушылармен табиғи монополия, субъектілерді, мүдделерінің балансы, экономикалық және әлеуметтік құрамдас арасындағы тендікті сақтау болып табылады. Мемлекет басшысы мен өкімет қойған тариф белгілеу процесінің ашықтығын артыру бойынша ұсыныздарды әзірлеу жөніндегі міндеттерді орындау мақсатында үстеміздегі жылғы наурыздан бастап агенттік жанында жұмыс тобы құрылды. 80 нормативті құқықтық акт талданды. Олардың нәтижесінде 13 нормативті құқықтық актіге бірікті. Бұған қоса 13 нормативті құқықтық актінің және 40 әдістеменің 16-сының күші жойылды. Тариф белгілеудің ашықтығын артыруды, реттеліп көрсетілетін қызметтерін сапасын көтеруді, сыбайлы жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауды және бақылауды күшейтуді көздейтін 200-ден астам түзетулер әзірленді. Бұл жаңалықты қоғамдық ұйымдар мен монополистер, дөңгелек үстелдер, кеңестер мен кездесулер барысында талқылады. Предлагаемые изменения являются следующим этапом последовательно совершенствованной тарифной политики. Наиболее значимыми промежуточными итогами являются принятый в июле прошлого года закон и комплексный план внедрения новых механизмов тарифообразования на воду на 2013-2015 годы. В части повышения прозрачности устанавливаются жесткие требования по проведению публичных слушаний и обязательных ежегодных отчетов монополистов. Созданы условия для реального участия потребителей в тарифном процессе. Объявления о проведении публичных слушаний, отчетов об изменении тарифов будут размещаться на телевидении и газетах, распространяемых в регионе с наибольшим тиражом. Таким образом, вводятся новые требования к выбору СМИ и формату объявлений. Информирование потребителей об изменении тарифов должно обеспечить всеобщий охват на телевидении, в газетах, на счетах, квитанциях, а также для субъектов малой мощности в сельской местности, в местах массового скопления людей. За 10 дней до проведения слушаний или отчетов в местной газете должны публиковаться тезисы, раскрывающие вопросы на обсуждение, вносимые на обсуждение по аналогии отчетов акимами, причины изменения тарифов, итоги работы монополистов и другую необходимую информацию. Также участники слушаний и отчетов не должны состоять только из работников монополиста. Теперь вводятся ограничения до 7 человек. Для того, чтобы данные нормы работали, предлагается предусмотреть ответственность должностных лиц монополистов в виде штрафа. Сегодня обоснованное нарекание у потребителей вызывает то, что при изменении цен доминантов, осуществляющих электро- и газоснабжение, законодательством не предусмотрено проведение публичных слушаний. Данные услуги затрагивают каждого потребителя. Поэтому в целях обеспечения прозрачности предлагается установить требования об их проведении. Выработаны поправки, обеспечивающие снижение нагрузки на тариф. Предлагается исключить из тарифов представительские расходы, расходы аудиторские, кроме акционерных обществ, и маркетинговые услуги, банковскую комиссию, затраты на финансовую и техническую экспертизу. На 50% сокращен перечень документов, которые монополист должен приложить к заявке. Исключены другие требования. Это позволит сэкономить средства потребителей без ущерба для качества тарифного регулирования. Концептуальным направлением для обеспечения прозрачности тарифообразования, повышения инвестиционной привлекательности и модернизации регулируемого сектора является поэтапный переход от затратного метода на стимулирующие методы регулирования. С начала текущего года, как вы знаете, РЭКи уже перешли на метод сравнительного анализа «бичмаркинг», преимуществами которого является минимизация человеческого фактора при принятии решений, уход от постатейного утверждения и исполнения тарифной сметы, возможность для монополистов самостоятельно распоряжаться средствами в пределах установленного тарифного дохода, создание стимулов к повышению эффективности. В дальнейшем планируется расширение стимулирующих методов регулирования. С 2016 года на бичмаркинг перейдут водоканалы. До этого в течение переходного периода для всех водоканалов поэтапно будут утверждены предельные тарифы в рамках комплексного плана. Это является одним из условий перехода на бичмаркинг. Выработан ряд предложений по повышению качества регулируемых услуг. Сегодня поступает большое количество жалоб на качество регулируемых услуг монополистов. Температуру, давление, уровень напряжения. В то же время отсутствует возможность мониторинга этих параметров в режиме реального времени. В результате меры реагирования по жалобам в большей степени носят точечный, несистемный характер.
Предлагается создание законодательной основы для внедрения системы мониторинга и контроля качества. В целом, создание системы одобрено мажилисом парламента в ходе правительственного часа. Это принципиально новая функция, в реализации которой будут задействованы государственный орган и общественное объединение по защите прав потребителей. Одновременно предлагаем разработать и внедрить систему мониторинга за качеством проведенных монополистами работ с применением многоступенчатого контроля. В части качества основными проблемами и вопросами является накопленный годами износ. На сегодняшний день эту проблему невозможно решить одномоментно через тариф, так как это приведет к росту тарифа на регулируемые услуги в разы. Выход из сложившейся ситуации заключается в привлечении заемных средств для реализации инвестпрограмм у институтов развития и банков второго уровня. На сегодняшний день этот механизм практически не используется, хотя существует нормативно-правовая основа. Однако привлечение заемных средств имеет значительный потенциал. Он позволяет в короткие сроки провести широкомасштабную модернизацию при минимальной нагрузке на тариф. Другими словами, уже сегодня будет проведена модернизация, а в дальнейшем монополист будет возвращать долг за счет инвестиционной составляющей тарифа и эффекта от реализации инвестпрограмм, снижения потерь и эксплуатационных расходов. Для обеспечения более широкого использования заемных средств предлагается изменение подходов при включении в тариф вознаграждения за заемные средства. Введение обязанности монополистов направлять прибыль исключительно на реализацию инвестпрограмм до достижения приемлемого уровня износа и потерь. Установление индикаторов инвестиционных программ и контроль за их достижением. Рассмотрение вопроса о страховании инвестпрограмм по опыту стран Евросоюза и США. Следующая проблема – низкий уровень установки общедомовых приборов учета тепла в многоквартирных домах. Для ее решения предлагается принятие кардинальных мер. В связи с отсутствием реальных результатов действующего механизма предлагается предусмотреть обязанность субъекта сельхозмонополии по приобретению установки общедомовых приборов учета тепла. Новый подход предусматривает, что балансосодержателем приборов учета будут являться монополисты. Соответственно, содержание и охрана приборов учета будет осуществляться за их счет. Приборы учета, находящиеся на балансе потребителя, будут приобретены субъектом у жителей по остаточной стоимости. Периодическое снятие показаний приборов учета будет осуществляться с привлечением неправительственных организаций. Источниками установки прибора учета на первом этапе станут средства от перерасчета за услуги по теплоснабжению с учетом температуры наружного воздуха, применение ДИФ-тарифов за счет корректировки инвестпрограмм. В последующем установка приборов учета станет одним из приоритетных мероприятий инвестпрограмм. В рамках противодействия коррупции проведен единовременный и комплексный анализ всего законодательства о естественных монополиях. Предлагается возможность предоставления заявок в электронном формате, исключение норм, имеющих двойное толкование, исключение ограничений по срокам повторного предоставления заявки, разработка исчерпывающего перечня оснований для отказа по заявкам монополистов, минимизация контакта монополистов с представителями агентства. Проведение экспертизы тарифа с участием членов экспертного совета на всех уровнях утверждения тарифов. Разработано также предложение по усилению контроля. Особое внимание хотел бы обратить на проблему проведения закупок монополистов. Для прозрачности и расходования тарифных средств и предотвращения злоупотреблений предлагается разработка систематизированного перечня содержания сведений о сложившихся ценах на товары, работы, услуги, закупаемые монополистами. Данный перечень будет использоваться при рассмотрении инвестпрограмм, утверждении тарифов субъекта сельхозмонополии. Кроме того, перечень будет размещаться на веб-сайте агентства. Также предлагается усиление административной ответственности за правонарушения по отдельным составам. Например, за уклонение от включения государственного регистра субъекта сельхозмонополии предлагается наложение штрафа в размере суммы дохода, полученного в результате правонарушения. Ожидаемые результаты от реализации вышеизложенных мер позволят повысить прозрачность тарифообразования, в рамках вклада в инфляцию сдержать рост тарифов за счет усиления контроля, структурных изменений, исключения необоснованных затрат и оптимизации тарифных процедур, регламентировать взаимодействие потребителей и монополистов и повысить качество регулируемых услуг, обеспечить снижение уровня износа сетей, создать условия для энергосбережения и, самое главное, обеспечить баланс между интересами предприятий регулируемых услуг и возможностями потребителей. Спасибо за внимание.